Следующий у нас идет Вадим Груша. Здравствуйте, я зовут Вадим Груша. Я приехал из Украины. Про меня предприниматель, IT-профессиональный, лет 10 опыта. Идея моя заключается в том, чтобы организовать шифрованную базу данных не на блокчейн, а доступ и управление ней уже как раз вот посредством блокчейна. Но не создавать ничего нового, а попробовать использовать существующие блокчейны, которые уже есть, публичные, естественно. То есть, почему я пришел к такой идее, это, имея как бы опыт работы в IT, я вижу, что происходит сейчас в целом. Мы, как человечество, все больше погружаемся в киберпространство. Наше взаимодействие все больше реализуется через киберпространство, то есть вся экономика движется в киберпространство. И большинство компаний, которые сейчас туда уже заходят, в корне не являются IT, но весь их бизнес и процессы построены на IT. И по мере развития IT-технологий, IT-издержки в этих компаниях постоянно растут. То есть, в принципе, идея, которую я озвучил, призвана оптимизировать эти издержки вот этих компаний посредством сокращения бюджета и так далее. То есть где-то там. Кто требуется команда? Кого? DBA, разработчик, уровень архитект и еще программист. Желательно, чтобы уже разбирался хорошо в блокчейнах или имел какой-то практический опыт. А реализовать, что хотелось бы за это время, это взять существующее решение баз данных и уже к ней прикрутить вот это управление доступом и разграничение, в принципе, непосредственно существующего блокчейна. Предварительно, наверное,